Да, Гриш, я тебя слушаю. Питер, пора спать. Пора спать, ты правильно, Гриш, говоришь. Всем ребятам пора спать. Чего? Алло. Да, Гриш, чего хочешь? Курил? Я не курю, Гриш. Пиво принес? Пиво принес, да, как ты просил. Сейчас можем пивка, Гриш, для рывка, как обычно. На фане? На фане здесь, Гриш. Пошли купаться. Пойди, сейчас пойдем, Гриш. Будем кушать, Гриш? Будем кушать, пора да. Спать. Да, потому что пора спать, но надо покушать предварительно. На фане? Пора, Гриш. Эдик ушел, Гриш. Да, Гриш, я тебя слушаю. Привет, хорошо? Хорошо, всем привет, Гриш, хорошо. Володь! Чего? Я тебя слушаю, я здесь. Не, мы с Гришей говорим на разные темы. Пора спать, он пора говорит. Спать. Пиво хочет. Пиво я ему принес. Да. Молодец, Гриш. Пора спать, скажи, ребят. Я его просил спеть. Гриш просил спеть любимую песню. Он еще и не пел. Да, Гриш, я здесь. Что ты хотел, Гриш? Посвистывать будешь, да? Молодец, Гриш, ты хорошо свистишь. Перед сном это очень приятно. Эдик! А где Эдик, а? Кто Эдик? Где Эдик? Гриша стал звать. А где Эдик-то, Гриш? Ушел? Поехал куда-то, да? Эдика нет, уехал. Да, Григорий? Ты молодец, Гришенька, все рассказал. Скажи, ребятки, я по вас скучал. Да, а теперь я пришел, буду вас развлекать. Да, и Маша так тоже говорит. Маша тоже хочет развлекать, да? О, какая Маша, веселая Маша. И Гриша веселый. Пока-пока, ребята. Спокойной ночи, малыши.